пятницу 19-го президент Владимир Путин связывается по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль-Саудом. Тема «Сирия» и приглашение с визитом в Россию. Понедельник, 22 февраля, Владимир Путин говорит по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани и уже готов к разговору с Обамой, чтобы сложить полный пазл совместного заявления России и США о прекращении боевых действий в Сирии. Вот это поворот!